19-й год, ребята. Два селезня. Заходит на двенашку. Сегодня у нас 19 апреля. Ребятушки, ну тут, короче, я сюда только пришел посмотреть. У меня тут места прошлогодние. Но уже было 4 здесь, они вчетвером кружили. Вот на выстрел зашли, ребята, 15 метров, ёптвою мать. Взять можно. Ну, сука, стрелять еще нельзя. Ой, блядь. Пить хочу, ребята. Наелся хули лосятины копченой. Она с перчиком. Солененькая. Так, ладно, фонарик выключил. Заходят на меня опять, ребята. На выстрел, ёптать. Вот ребятки вообще не боятся. Вообще не боятся, ребята. Смотрите, смотрите, под солнце садятся. Выше пошли. Где-то у них тут место облюбованное. Вон еще один идет. Рикаш вот сюда вот пошел. Эксклюзивные кадры. Вон еще и чайка хуярит, ребята. Давайте, давайте. Вот они, красавчики. Давай, 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 две чайки. Сесть не хочет. Планирует, Витик. Но скажите, что я манить не умею. Плюхнулся, друзья. Вон еще один идет. Там, короче, стая чаек полетела. Не видно, ребята. Ну, штук 30 чаек. Я уже уток тоже около 30 видал. Ну, короче, водички нету в болотах. А вон там херачит какая-то хуйня непонятная. Лебеди, что ли? Косяком, а может, гуси? Непонятные. А может, и чайки, потому что и там вон они выстроились в косяк. И вон пошли. Вон там не видно, ребята. Вот. Солнышко, закатик. Время у нас сейчас, скажу, сколько. 20:04. Не успела сесть и солнце, как уже красная луна. А вот там солнце село. Это что за покемон? Ебать. Охуеть, блядь. Здесь, друзья, только что андатрочка была. Там еще одна переплывает. Короче, вот тут.
тут вот где-то возле этого куста вот туда плывет, за кустами за этими. А это вот здесь было первое. Вон она поплыла. Вон волнится. Сейчас попробую обойти. Поставлю свой аппарат здесь. Паузу нажму. Вот уже лунище выше стало. Здесь, короче, вот такой вот ледок. Помните, я вот здесь вот стоял, чурагайку доставал. А потом, короче, ловил много-много мелких. Я вот по той стороне ходил реки этой. Она была меньше намного. Осенью уже. А сейчас 19 апреля. Тут кто-то лазит, что ли? Или лед выплывает? Подшумливает. Сейчас посмотрим, кто там. Может, лед вываливается. А вот тут вот дальше маленечко. Кто видел, короче, у меня есть трейлер канала. Там, где эти ебаные горностаи вылазят. Вот они вон там, вот за вот этими долинами. Короче, их нора была. Короче, спущусь вот сюда. На противоположную сторону. Короче, речки. Куда андатры поплыли. Может быть, покажу. Если засниму. Хотя их все миллион раз видели. Ну просто для видео отчета. Пауза. Воронов загнал. Ага, сука. У вас вообще без ограничений можно стрелять. Это все лизни всего 20 штук можно за открытие. Весеннее. Едет кто-то. Мой бы лесопед не зацепили. Во, какая двойная луна. И на небе, и отражение, ребятки. В воде. В природном зеркале. Но андатра что-то не видать. А сейчас бы здесь сеточку поставить. Стопудово тут щука сейчас на икромет идет. Можно было бы щучек маленечко поймать. Это вот, ребятки, как раз то озеро. Речушка такая, которая... Она получается типа как речка, но она с озера вытекает. И вот сейчас она будет подпитываться с большой реки. Там будет, короче, через берег река перетекать. И сюда будет вода заходить. Это как бы с болотов вода вытекает. Ну, как снеговая. И она будет маленечко заходить сюда, рыба. Потом резко вода, когда упадет, рыба не успеет выйти. И вот в этой, ну вот, речечке, водоемчике, в запруде, остается рыба. И она потом вообще мелкая-мелкая становится, она пересыхает, короче. Здесь не глубокая, можно сказать, равнина здесь. И рыба здесь остается. Здесь много кто с электроудочками, короче, гоняет. Но я, конечно же, это не приветствую, электроудочки. Но я считаю, что здесь можно, потому что рыба так и так сдохнет. Потому что здесь зимой бывает даже, что она до дна нахуй промерзает. Как-то так. Вот тут где-то эта мандатра плавает. Волничка здесь, короче. Непонятно поднырнула, ребята. Но уже темновато, хули. Чё вам её показывать-то? Давай сюда, тебе никто стрелять не будет. У нас даже волыны нет с собой. Сегодня так доставал. Сейфа. Ладно, фиг с тобой. Крикаши, короче.
три штуки, ребята. От дома километров за 5 свалим. Луна уже ярче. Ну, прогулочка перед сном. И вело, и пешая. Серьезно, где-то так делает. Где-то лебеди. Даже не вижу, ребят. Но кричат. Может, на луну увижу где. Тоже на луну не видно. Здесь, короче, еще одна андатра нырнула. Третья. Раньше мы их стреляли, андатров, весной. Я еще до армии хотел стрелять. Ой, знает, зачем-то стреляли. Шкурки учились выделывать. Ребята, на льду, блядь, лебедей сидит штук, я не знаю сколько. 30. Вон они, блин. Охренеть. Морозятся. Штуки на счету. 22 лебедя. Охренеть. Вот это за это. Ну, в принципе, на лед я не буду рисковать идти к ним. Подходить. Короче, вот там. Сейчас подниму я их.